студії «Нового дня» завітав менеджер порталу державних послуг «Айгов» у місті Миколаїв Юрій Решетнік. Вітаємо вас. Добрий день. Я думаю, варто зараз нашим телеглядачам взагалі повідомити, що ж це за портал державних послуг «Айгов». И почему столько шума вокруг него, да? Да, это портал государственных услуг iGov.org.ua, вот адрес за спиной у нас. То есть портал, благодаря которому жители Николаева, Николаевщины Украины и бизнесмены Украины могут получать те или иные государственные услуги, ну, которые представляются госорганами. То есть это, по сути, если так совсем упростить, такая огромная-огромная электронная очередь. То есть нет необходимости подавать хотя бы первичные документы для получения услуги какой-то. Можно сделать это все в электронном виде. Все-таки на дворе 21 век, нам бы хотя бы догнать 20-й, как говорится, в плане представления админуслуг. Вот, то есть, и верификация происходит с помощью технологии BankID и электронной цифровой подписи. То есть это, если необходимо для получения услуги, представить ксерокопии паспорта, там, ИНН, контактные данные свои, то они автоматически подтягиваются в систему, и госорган, который услугу предоставляет, он уже может получить это минимальный набор документов от человека. То есть паспорт, ИНН, там, какие-то контактные данные, адрес прописки и такого прочего. То есть, и дальше он заполняет какие-то поля в зависимости от услуги. И чиновник принимает решение там предоставить услугу, какую-то лицензию, вытек, там что угодно, или требовать дополнительные какие-то документы, уточнения. То есть все это происходит в онлайне, в электронном виде, то есть экономится время людей, экономится нервы людей, вот экономится нервы чиновника. То есть нет необходимости общаться с каждым и по 10 раз на день одно и то же проговаривать или помогать заполнять формы, какие-то анкетные, еще какие-то. И исключается возможность ошибки, то есть иногда чиновники заворачивают те или иные заявления, там неверно указаны данные, неверно ИНН написал, электронизация это нивелирует. Вот. И последнее преимущество – это устранение коррупционных рисков. То есть не секрет, что те или иные админуслуги могут представляться непланомеренно, то есть возможна коррупция. В электронном виде это сделать невозможно, и общественная организация, которая разработала и курирует этот проект, называется «Технология против коррупции». Вот. А разработали IT-волонтеры, то есть на волне революции гидности в 2014 году, айтишники там со всей Украины, там даже были ребята, которые в других странах живут, стали разрабатывать этот портал. То есть в нерабочее время тратить там по 2-3 часа в день, писать софт, то есть, чтобы помочь нашей родине. Презентація даного проекту в нашій країні пройшла ще у 2015 році. Вона пройшла з галасом, всі так раділи створенню цього проекту. Але саме запрацював цей портал у нашому місті тільки цими днями. Да, буквально на той неділі нове руководство города Тетяна Козакова і депутатський корпус вони пригласили на робоче совещання, що було, в принципі, неожиданістю. Понимаю, що у них зараз йде переформатування всієї роботи. Вот вони пригласили на робоче совещання, яке було в суботу, по-моєму, вот в эту. Пригласили, мы там около 2 часов разговаривали, как внедрить. Я показывал планы, показывал меморандум, то есть, ну, работа все равно подразумевает какие-то договорные отношения. То есть у нас есть меморандум, он уже предоставлен в горосполком, вернее, в городской совет для ознакомления, для подписания. Вот, потому что необходимо все-таки юридическое основание для взаимодействия. Вот, представлен набор тестовых услуг, показаны, как они работают со стороны администрирования чиновникам, показаны преимущества не на словах, мы просто открыли портал, там, ну, вот адрес, повторюсь, на экране, открыли в режиме администрирования. Вот, подали заявку, тут же ее отработали, как бы, ну, показали преимущества, как бы, этого всего. Вот, и началась работа, да, вот в понедельник у нас было рабочее совещание, вчера было рабочее совещание, следующее совещание будет в пятницу в эту. То есть там есть набор услуг, которые мы предложили для внедрения по опыту других городов. Вот сейчас Николаевский горсовет должен ответить, каких услуг они, ну, продолжают внедрение. Вот сейчас там доступно какое-то количество услуг, по-моему, 39, я писал на Фейсбуке. Вот там это большая часть услуг это форвардные, то есть представляются нашими партнерами. То есть в основном это МВС, Министерство внутренних справ, и другие ведомства, которые тоже разработали свои порталы для услуг, потому что мы некоторые услуги были, ну, рады тому, что мы породили вот эту электронизацию, потому что некоторые ведомства, они, мы увидели возможность электронизации, увидели возможность Айгова, сказали, окей, мы будем разрабатывать свой, ну, по ряду причин, там какие-то персональные данные, какие-то служебные данные, вот, но представляют это по API, это интерфейс взаимодействия, и наши порталы взаимодействуют на уровне софта, как бы, то есть можно зайти на Айгов любому гражданину,
это Николаевщина, допустим, отфильтровать Николаевскую область, город Николаев, там будет какое-то количество услуг, которые форвардные представляются гражданам уже сейчас. Вот дальше мы будем там поэтапно внедрять это следующее количество услуг, которое скажет мэрия, то есть мы им представили инструменты, обучили персонал. То есть ждем теперь от них фидбэк, как бы обратную связь, что мы делаем дальше по услугам. Они должны выбрать наиболее используемые услуги в Николаеве, потому что есть оригинальные особенности. З вихідних пройшло всього 3 дні і вже 39 послуг може бути реалізовано. Вже там більша частина, і, по-моєму, 3 ми зробили в тестовому режимі. Угу. Тобто, ну, що, щоб потестувати іменно для Николаєва. От зараз, по-моєму, в розробці около 20 услуг. Ми на презентації позавчора, по-моєму, були робоче совещання, вернее, не презентація, а робоче совещання. Ми там задекларували ті услуги, які ми предлагаємо, з яких, ну, продолжить вот около 20 услуг. Теперь это как бы мяч на стороне горсовета. Ну, нас поддерживают исполняющие обязанности мэра Татьяна Казакова и депутатский корпус, потому что без них как бы там невозможно пробить эту стену чиновничьего вот этого бюрократии всей этой. Чи можемо ми сказати, що маючи бажання виконуючи обов'язки міського голови, можна за досить короткий строк зробити дійсно працюючу систему iGov і наші містяни вже можуть нею користуватися? Абсолютно. Здесь необхідна тільки політична воля руководства. Тобто достатньо отмашка і приказ это к действию. Вот инструмент есть, он готов, он уже отлажен, написан, опять же, нашими украинскими айтишниками, вот, или теми украинцами, которые живут за границей, написали этот софт, опять же, повторюсь, в нерабочее время, на волонтерской основе, потратили свои компетенции для того, чтобы помочь нашей родине. Ну, это не патетика, это так и есть. То есть список этих ребят, он есть на портале в разделе, там есть паспорт уже города Николаева мы сделали, где можно видеть ход, ну, заполнения этого паспорта iGov. Вот, ну дальше там порождаем процессы электронизации дальше, то есть электронный документооборот, без него как бы никуда, вот, ну и так далее, как говорится. Я думаю, варто трошки роз'яснити нашим телеглядачам, яким чином можна користуватися системою iGov, які вона надає переваги, знову ж таки, і що необхідно робити для того, щоб успішно користуватись цією програмою. Ну, сейчас достатньо зайти по адресу igov.org.ua, вот, на контролі стоїть там створення розділу на сайті Николаївського городського совету, де будуть іменно називатися електронні послуги, де можна буде заходити і напряму заповняти ті, ну, ті чи інші услуги, отримати в електронному виді. Преимущество я вже назвав, але повторюсь, как бы це удобство, це економія часу. Да, є услуги, які необхідні представити оригінал документів. Ну, как бы без цього нікуди, але чоловік, це, як обычно подають, получает услугу, несет ксерокопии какие-то в ЦНАП, в Центр надания админпослуг, подает документы и в течение какого-то срока ему дают ответ. Но опять же, можно ходить, подавать документы, стоять в очереди, получать офлайновый квиточек в терминале у них, который нет выхода в интернет, стоять в душном помещении, там, когда 5 минут, когда там полтора часа. Все это можно сейчас делать, не выходя из рабочего места, або дома, да. А уже на получение оригинала, допустим, если это сертификат, какой-то там земельный вытек, я не знаю, он уже приходит, да, с этими же оригиналом документов, ксерокопии, которые представил в этом виде. Чиновник только сверяет, что они совпадают с теми, что он представлен, а дает им документ, то есть достаточно прийти один раз на какое-то конкретное время, ну, вот, и как бы сэкономить время. Ну, время оно тоже монетизировано, поэтому прежде всего для удобства людей это сделали. Дякуємо, що сьогодні завітали до нашої студії. Маємо надію, що зовсім скоро вирішаться абсолютно усі питання по розробці у місті Миколаїв системи iGov, і наші містяни зможуть безперешкодно користуватися цими послугами. Дякую, що пригласили. Я нагадую нашим телеглядачам, що до нас сьогодні завітав менеджер порталу державних послуг iGov у місті Миколаїв Юрій Решетнік.